Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Астрора. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание гороскопу на август 2021 года и поговорим о знаках зодиака, которые смогут найти новый источник доходов, найдут новый способ заработать деньги в августе 2021 года. Кто же эти счастливчики, кто эти знаки зодиака, далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Астрора, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Наверное, каждый из нас человек, проживающий в этом прекрасном мире, хочет жить в достатке и не испытывать нужду. Это, конечно, нормально и, наверное, закономерно. И для того, чтобы действительно эта мечта стала реальностью, каждый из нас должен работать и стараться найти ту работу, ту сферу, в которой наш труд будет приносить нам хороший доход. Также человек не забывает о том, что источников дохода можно, а возможно даже и нужно создать несколько. Для чего? Чтобы быть всегда уверенным в своем завтрашнем дне, учитывая, что у нас сейчас такое время шаткое, и мы даже не знаем, что нас ждет завтра или послезавтра. И, к сожалению, не у всех получается найти несколько дел, несколько проектов, несколько рабочих именно проектов, с помощью которых могли бы зарабатывать на жизнь. Но в августе 2021 года это сумеют лишь сделать те люди, рожденные под некоторыми знаками зодиака. Им звезды открывают прямо двери, им только нужно воспользоваться этим шансом. Кто же эти знаки зодиака? На первом месте, друзья, это рыбы. Уважаемые рыбы, вот июль у вас заканчивается, да, и многие рыбы смогут решить проблемы, которые у них были в профессиональной сфере. И именно август для знака зодиака рыбы откроет новые возможности. Представители данного знака зодиака смогут найти подработку, которая будет стабильно приносить им хорошую прибыль. В результате этого финансовое положение рыб значительно улучшится. У них появится возможность даже купить то, в чем длительное время у вас была нужда и вам не хватало денег. Поэтому, уважаемые рыбы, дерзайте, пробуйте, и у вас обязательно это получится, потому что даже звезды в августе на вашей стороне. Следующий знак зодиака, у которого получится заиметь новый источник дохода, это знак зодиака Лев. Уважаемые львы, обстоятельства в последнее время складывались не в пользу этого знака зодиака. И это заставило львов даже разочароваться и в какой-то степени опустить руки. Но август убедит данный знак зодиака в том, что еще не все потеряно, что поправить свое положение вы обязательно сможете. Львы смогут найти выход из безденежья, сумеют создать мощный денежный поток, и финансы не будут поступать к вам, уважаемые львы, из какого-то одного источника. Львы найдут хорошую подработку, создадут пассивный доход. Но также львы и обнаружат, что друзья отдают вам долги, стараются оплатить любые услуги, которые львы им оказывают. Поэтому в августе, если ваши друзья, знакомые оплачивают за вас в ресторане или платят вам за какую-то консультацию, пожалуйста, уважаемые львы, не отказывайтесь от денег. В таком случае со временем у вас появится еще не просто хобби, а еще дополнительный стабильный заработок, потому что львы, как правило, в своей какой-то определенной сфере, они эксперты, они специалисты, и проконсультировавшись с человеком в знаке зодиака Лев, как правило,
они знают ли вы, разбираются и понимают, а значит могут, значит или вы сами по себе могут привлечь новых клиентов, новых людей, и соответственно этот заработок может перерасти в постоянный ваш доход, а со временем вы сможете даже открыть свой маленький кабинет или свой маленький бизнес по оказанию того или иного иных услуг или какого-то сервиса. Следующий знак зодиака, который заполучит новый источник доходов, это знак зодиака Козерог. Уважаемые Козероги, финансовых потоков у вас будет несколько, и именно все они будут созданы в августе 2021 года. Вы сможете продвинуться по карьерной лестнице, увеличить вместе с тем и свои доходы. Ну, это как бы правильно, да? И это позволит Козерогам рассчитаться с долгами, которые длительное время угнетали вас. Поэтому, уважаемые Козероги, не стесняйтесь, не думайте о том, что вы что-то не потянете, что у вас что-то не получится. Помните о том, что звезды дают вам именно такой вот шанс, открывают вам путь, дорогу в то, чтобы вы изменили что-то в своей карьере, что-то изменили в своей жизни. При этом может поступить такое предложение, уважаемые Козероги, что к вам могут обратиться из других компаний, чтобы вы перешли в их компанию. При этом не стесняйтесь и не бойтесь, потому что далее идет тяжелое время. Если вы сейчас, уважаемые Козероги, не позаботитесь о себе и о том, о своем финансовом положении, то, возможно, к концу этого года у вас будут проблемы с деньгами. Поэтому, уважаемые Козероги, не стесняйтесь, рискуйте, и у вас обязательно все получится. Следующий знак зодиака, у которого получится заиметь новый источник дохода в августе 2021 года, это знак зодиака Телец. Уважаемые Тельцы, вы сможете восстановить свой финансовый поток и сделать его даже непрерывным в августе. Представители данного знака зодиака получат весьма заманчивые предложения, приняв которые вы сможете хорошо заработать. И если вырученные средства вы пустите на развитие, например, собственного бизнеса, то вы сможете стабилизировать свое финансовое положение, сделать его хорошим на долгие годы. Также, если вам предлагают пройти какое-то обучение, уважаемые тельцы, заняться самообразованием, не бойтесь, не стесняйтесь. Знайте, что со временем также это поможет вам в вашем финансовом положении, потому что вы, значит, имеете больше опыта, знаний, а значит, вы можете быть своему работодателю интересны как специалист. Уважаемые другие наши знаки зодиака, которые не попали в список, вы также можете увеличить количество источников дохода в августе 2021 года. Но для этого вам придется приложить гораздо больше усилий, и времени вам на это придется потратить много. Дерзайте и знайте, что у человека, который идет к своей цели, у него всегда получается. Иногда это сложнее, чем другие, но это каждый сам себе выбирает путь и дорогу.